Укрепление общественного здоровья – одна из программ национального проекта «Демография». Как она реализуется в Чувашии, посмотрел куратор программы, заместитель министра здравоохранения России Олег Сологай. Задай вопрос по электронке и получи ответ на лекции. Такова суть образовательного проекта «Общественный университет здоровья». Консультации, открытые уроки и мастер-классы. Профилактическая работа шла месяц. Очень интересная тема у нас оказалась здоровое питание. Во-первых, потому что там был мастер-класс, то есть мы пригласили там училище. Они показали, как можно приготовить из обычных блюд какие-то обычные совершенно здоровые продукты. То есть люди, конечно, на это очень хорошо откликнулись. Во-первых, можно было все попробовать, изучить. В Республиканском центре медицинской профилактики подобных проектов разработаны и реализованы десятки. Профиль здоровья, школьная медицина, мобильные поликлиники, дни здоровья и диспансеризация. Последняя полностью централизована. Доктор заполняет на рабочем месте все сведения по первому этапу, по второму этапу. Они отражаются в их отчетных. А мы уже видим по каждой больнице, то есть их сведения. Форма удобная, то есть мы смотрим, где какие замечания, то есть сразу, например, какие-то, например, недостатки, контролируем. Олег Сологай увиденное оценил. Профилактическая работа в Чувашии построена на очень высоком уровне. Чувашские коллеги очень эффективно работают на целом ряде тех направлений, которые входят сегодня в проект укрепления общественного здоровья. Опыт Чувашской республики будет очень полезен для того, чтобы жители других регионов также становились здоровее. В этом году стоят новые задачи. Внедрить корпоративные и муниципальные программы укрепления здоровья. Конечно, здесь самая главная задача, чтобы каждый человек, проживающий на территории Чувашской республики, понимал, что здоровье принадлежит ему. Республиканский центр медицинской профилактики преобразуют в Республиканский центр общественного здоровья. А в городах Чувашии появятся его филиалы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.